Всем привет! И смотрите, что происходит. Это же пулемет. И сейчас я вам покажу в основном, как он делается. Вот, смотрите. Я вам покажу, как он крафтится. А крафтится он совершенно просто. Для этого вам понадобится 3 раздатчика. 3. Короче, сейчас я не буду вам мозги канифолить. И все сразу вам покажу. Для начала мы ставим 2 блока вот так вот. Потом на расстоянии. Ну, короче, 2 блока так. А нет, 3 блока расстояние от тех блоков вот так вот ставим. И на 2 блока вот так вот. Здесь мы ставим вот так вот. Здесь вот так вот. Здесь так. Здесь так. Здесь так. И здесь так. Потом проводим провод. Таким вот образом. Вот так вот. Потом вот здесь вот такую сетку создаем. И вот здесь вот. Вот сюда вот. Следующее. Мы ставим вот так вот раздатчик. Потом ставим вот так вот раздатчик. И вот так вот. Когда при нажимании на рычаг происходит вот это следующее. Но для того, чтобы работа была эффективней, в принципе, я не знаю, но, по-моему, даже без этих будет работать нормально. Но я делаю так, как даже покрасивее смотрится. А может, оно даже и работу улучшает. Делаем вот так вот, и все. У нас все готово. Загружаем сюда стрел. Да побольше, чтобы поприкольнее было. Это в основном используется на серверах, на картах на прохождение, на всяких картах на оборону. Можно делать разные очень прикольные ловушки. Ну вот так, вот такой вот маленький такой обзорчик на очень хороший механизм, который вам поможет. Хотя не поможет. Ну для охоты, для на мобов может помочь. Вроде все. Я только хотел об этом с вами поговорить. А, еще одну фишку вам покажу. Так, нам понадобится. Сейчас найдем лава. И шерсть. Шерсть любого цвета. Например, синяя. Надо сначала посмотреть радиус, докуда долетают стрелы. Сейчас мы отметим этот радиус. Ну, в основном вот все вот здесь. Вот мы ставим здесь блок. Хотя даже не здесь, а вот здесь вот. Такую вот стенку строим. Да, такой стенки достаточно будет. И делаем следующее. Берем вот здесь, выкапываем такую вот часть. И потом, например, адский камень. Ставим вот так вот. Вот так вот ставим. Следующее. Сливаем вот так вот лавой. Ой. Так, случилось непредвиденное. Ну, в принципе, и так сойдет. Самое главное, чтобы не растекалось. Делаем следующее. Для начала нужно выключить эту штуку, чтобы она не стреляла. Делаем вот что. Ну ладно, все эти стрелы. Вы видите, как стрелы влетают в лаву. Как вы думаете, что там происходит сейчас в этой лаве? Они сгорают?
что-то происходит. Вы даже видите вот некий огонек вот в этой области. Если приглядеться, в основном видно, что там горит огонек. Все, стрелы, да, кончились. Мы видим следующую картину. Когда, видите, как у стрелы проходит через это, они начинают гореть. Если поставить туда любого моба, он вместе со стрелами начнет гореть. Я вам сейчас продемонстрирую это. К примеру. Замер. Делаем вот такую вот такая колоночка, так скажем. Ставим так вот блок, чтобы он не выбрался. Спаунер. А, я же на мирном играю сейчас. Спауним сюда. А, ну гори. Гори, урод. А, ну пошел гореть. В туалет, наверное. Конечно, видите, сидеть. Я бы тоже в туалет, наверное, заходил. И вот, что мы видим. Вам, наверное... Вот, они горят. Они горят не из-за того, что здесь солнце, а из-за того, что на них попали эти... Они одновременно и убиваются, и горят. Это такая вот ловушечка. Смотрите, видите, он не горит. Мы можем исправить это, как настоящие изверги. Можем пожечь его. Так, берем здесь, наспауним. Иди. Иди, придурок. Не мешай мне снимать. Уродец. Да отстань ты от меня! Нафиг я тебе сдался? А, ну иди со мной, давай. Иди за мной, иди, маленький наш. Наш маленький горит. Этот урод все еще бежит за мной. Ты урод, урод. Маленько. Он меня скинуть хотел, представьте. Вот. Давай, иди сюда, наш друг. Вот, он опять горит. А, наш друг уже умер. Вот, его и замочили. И одновременно подожгли. Вот, видите, он начал гореть. Все, он горит. Вот такой вот маленький обзорчик очень прикольного механизма. Используйте его на серверах, где хотите. Мне вообще без разницы, если честно, где вы его будете использовать. Желаю вам успеха в этом механизме. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.